Раз, два, три. На погоду посмотри. Пришла снежная пора. Настроение на ура. Гражданин, останавливаемся. Что, кто и откуда? Я? Ты. Это я собиратель ягод. Да какие ягоды? Зима же. Да всяко разные. Это морожка, снеговика, ядреника. Что-то ничего не понимаю. От кого ты вообще здесь-то? Я по приглашению лесника. Так я лесник, я тебя вообще не помню. А это кто? Транспортное средство, в синей куртке, прижимаемся к обочине, останавливаемся. Я? Здрасте. Инспектор ДПС Гнездищенко, почему нарушаем? Так я не знаю, почему вы нарушаете. Еще и умничаете, знаки видели? Видел. Почему на летней резине? Так потому что пока вот... Аптечки имеются? Нет. Огнетушитель? Не взял. Готовьте к осмотру полиса ОСАГО. Не успел оформить. Проследуем нашу расстояночку, составим протокол. Дядь Коля, Николай Васильевич, товарищ майор, спасибо, конечно, что вы мне сейчас продемонстрировали все сложности вашей работы, но это не мое, дядь Коль, ну не мое. Я лучше назад к себе в блинную, мне там как-то спокойнее, знаете. Ладно, племяш, смотри сам. Давай через 20 минут на обед заеду. Вам блины, как всегда, с сыром и колбасой? И рыбки не забудь. Хорошо. Хороший пацан, блин. Ну, овощ. Алло, Лёх, это я. Слышь, Лёх, слыхал новость? Этот, как его, опять шалить начал. Ну, кто-кто? Вулкан в Исландии, этот Эйяфьюйядлайёкудл. Не слыхал? Ты чё, ты вообще не в тренде? Ты дзен не читаешь? Позор, Лёха. Вот как выговоришь хоть раз полностью название вулкана Эйяфьюйядлайёкудл, тогда и звони. Все, конец связи. Какая серость. Ничем люди не интересуются. Марсикин, вот ты где, что делаешь? Стихи сочиняю. Домкрат Петрович, я не думаю, что вам эти стихи понравятся. Кому-то праздник, песни, караоке, ну а кому-то мусор, шлакоблоки. Мастикин. Здесь трактор нужен, я эту заявку выполнять не буду, к тому же у меня обед, понимаете? Мастикин, да забудь ты про эту заявку, я к тебе с доброй вестью, Мастикин. Скоро Новый год, поэтому сегодня у тебя короткий день, а завтра выходной, Мастикин. Да ладно? Да. Ну а кто это убирать будет? Мастикин, уберешь это в следующем году, не переживай. С Новым годом, Мастикин. Домкрат Петрович. С новым счастьем. Тогда стих. Мастикин, да. Не начинай. Тогда стих, не, стих, не. Смотрите. Мастикин. Праздник новогодний, ревет Мастикин. Заяц. Ревет заяц, Мастикин. Словно лев. С Новым годом. Ревет тогда только, коль сильно охмелев. Домкрат Петрович. Мастикин. С Новым годом. О, Журнал Петрович, здрасте. Здравствуйте, Василий. Откуда идете? Да, возвращаюсь с поэтического вечера, читал стихи для рыбаков. Вот. Какое произведение? Ну, вот это. Рыбак в России больше, чем рыбак. Об этом знает всякое и всяк. Порой с рыбалки он такое привезет, что долго лечится, не курит и не пьет. Ну как, понравилось? Ну, не совсем. Не совсем. А я сейчас иду читать стихи к охотникам. Пойдете со мной? Не-не-не, иди сам, я домой. Сам, Вася, сам. Друзья, очень приятно вас всех видеть. Как вы знаете, у меня 927 хитов, и я хочу предложить вам сейчас хитец под номером 327. Бывают женщины, как скрипки, бывают, как виолончели. Я в жизни совершил ошибку, женился на электродрели. Ладно, тогда хит номер 529. Кукушка куканула часа в три, в такую рань, когда сопят все две ноздри.
Запомни, милая, с утра петух поет. Еще кукукнешь раз, кукуколку порвет. Да, я чувствую, аплодисментов не дождаться. Ну а что вы хотите, друзья? Сегодня со зрителями у всех проблемы. Субботу, в середине дня, трещало трескотеньем трескотня. Мастикин! Домкратик Петрович, ну извините, ну вы меня так напугали. Ну вот и я вас немножко напугал. Может мне в медпункт за нашатырем сбегать, а? Не надо, Мастикин. Продолжай работать. Сам схожу. Не болейте, Домкрат Петрович. Это, выздоравливайте. А я вам стих сочиню. Работай, Мастикин, обед закончился уже. Понял, Домкрат Петрович. Я вас понял. Вот уже начал. Клементин Ефимович, здрасте, это вы? Здравствуйте, это мы. Вы знаете, мне очень нравятся ваши песни, и вы моей бабушке кумир. А у нее 75 лет сегодня. Да? День рождения. Может быть, споете? Ну, может, тогда мой хит «Тронь меня, тронь»? Да. А «Тронь, тронь, тронь меня, родная, тронь, тронь, тронь меня, прошу». Я вообще тебя не знаю, вообще я ухожу. Не отвлекать, я иду просто работать над новой композицией. А на концерте лучше было. Не приставайте к нему. Лучше на концерте же было. Ну, летом на концерт надо приходить. Просто невозможно. Идешь, работаешь и должен. Знаешь, я когда по молодости за бабкой ухаживал, ее... Родаки были против. Я бывало, чтобы ее выманить, знаешь, на свиданку-то засяду в кустах и там вот даю вот эту птицу шелестоперку. И она понимает, что это я. И поскольку у нас тяга к ней была частая, я постоянно, она ко мне, я, а потом батя-то ее, видишь, не знал, из ружья-то пальнул. Вот, поэтому я месяца три делал вот так и... Звук вообще пропал. Вот. Ну, сейчас у меня другая бабка. Та бабка, ну, я с той бабкой. Ну, если оно мне, ну, сами понимаете, все.